Всем привет, с вами Артем. Это небольшой гайд по вечерним заведениям Банска, которые работают в январе 2022 года. Итак, мы на улице Найдингеров. Вот туда и это, в сторону Ивана Ильского. Значит, с этой стороны заведение первое, это ночной клуб Flash. Это, наверное, номер один в моем рейтинге. Это чисто мой рейтинг. Здесь именно танцевальная музыка. Работает с 11 часов, раньше 12 приходить нет смысла. Рядом практически круглосуточно работает фастфуд, всегда можно выйти перекусить. Итак, идемте дальше. Дальше по эту же сторону, из таких заведений, куда можно сходить, потанцевать, это будет Джинджер. Ну, это, наверное, всем известное уже место. Двухэтажное кафе, бар, ресторан и дискотека, все в одном. В общем, тоже вечером, выходные. Сходить бывают какие-то программы, бывают какие-то шоу. В общем, неплохо. Напротив него расположился клуб, который я называю рок-клуб. То есть там в основном играют рок. Он называется Amiga. Последние 2 года он не работал. В этом году он заработал. Сейчас там прям вот сегодня пятница вечер, как раз народ тусит. Сейчас перерыв. Пиво, бар, рок-музыка. В принципе, кто любит рок, попеть, это сюда. В Джинджере насчет музыки, вот он Джинджер, насчет музыки, это различно, обычно попса. Ну, то есть вот, подходящая ко всем. Так, идем дальше. Ну, в моем рейтинге Flash, наверное, первый, Amiga второй, Джинджер третий. Вот. Но Джинджер можно пойти, в принципе, в любое время. Но вечером он немножко превращается в клуб. Вот мы подошли к перекрестку. В этом году даже открылось Весело Село. Причем, кстати, вот сейчас вам покажу. В этом году Весело Село обновилось. Мы сейчас поднимаемся в сторону Кемпински. У них теперь есть летняя веранда. Сейчас закрыто. Ну а днем вообще верандочка отличная здесь работает. Отлично посидеть на солнышке днем после обеда. Класс. Так, идемте дальше. Переходим перекресток. По сторонам посмотрим. Вот этот, даже не знаю, как это называется, место. Тут кальяны я вижу. Вот так просто посидеть. Вот это, кстати, корнер называется. Небольшое бистро. Такое перекусить. Там, кстати, очень вкусный куриный суп. Здесь наш любимый и уважаемый Цакирис. Теперь можно сидеть внутри. Столики есть здесь. И столики есть вот здесь. Вот это столики Цакириса. Он сейчас днем их открывает. На солнышке здесь супер вообще сидеть. Классно. Девчонок жалко, приходится им бегать через дорогу. Здесь, значит, у нас Эйфория открылась. Тоже больше попса. И так посидеть, потанцевать, ну, немножко. Эйфория, наверное, в моем рейтинге не занимает никакое место, потому что я как-то здесь редко очень бываю, не дохожу до сюда. Ну, сейчас музычка неплохая. Дальше идем. Дальше. Red Hot с левой стороны. Это у нас чисто поесть. А вот напротив него есть ночной клуб, который вот там в подвале. Болгарская музыка танцевальная, но после часа ночи включают чалгу. В общем, неинтересно. Дальше все. И дальше мы пойдем, наверное, номер 3 в моем рейтинге, а может быть даже 2. Это Перин 75. Наверное, все знают его месторасположение. Он так и на улице Перин, номер 75. И называется он Перин 75. В общем, маркетинг рулит. Приятно посидеть, выпить пиво, пообщаться. Играет неплохой диджей, но почему-то люди в нем не танцуют совершенно. Не знаю почему, ну, короче, не танцуют, хотя музыку играет диджей хорошую. Он прям находится вот на перекрестке, идете вниз, 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 и когда начинается пешеходная улица, получается, он сразу с правой стороны. Напротив него мороженое итальянское,
А также испанский магазинчик сейчас с вином и с хамоном, с горячим вином. При этом очень такая особенность. Вы можете взять это горячее вино и сесть на улице в Перин 75. То есть это разрешается, они сотрудничают. Поэтому вы спокойно можете сесть, выпить горячего вина напротив, а сесть в Перин 75. И еще я хочу показать, вот я сейчас иду по Перин 75. Вот это, кстати, неплохая еще шаурмеха здесь. Ну, я что-то по шаурмехе только. Пицца как бы неинтересна. Видео такое получилось спонтанное, без стабилизатора. Вот. Решил прогуляться вечерком. Сейчас еще покажу одно заведение, в котором я как-то праздновал даже Новый год. Получилось. О, даже актеры ходят у нас тут. Известные. Окей, ладно, не будем тревожить звезд российских. Пусть они отдыхают, да, а то еще к нам на канал они попадут. И вот здесь у нас, смотрите, сейчас поворачиваем сюда. Перин 75 будет вон там. А сюда мы поворачиваем, здесь будет Queen's Pub. Вот этот Queen's Pub, большое заведение. Здесь можно и танцевать, и программа, и столики, и как и ресторан, так же как клуб. Отличное место, рекомендую всем. В плане потанцевать он меня, наверное, в рейтинге номер 3-4. Вот так как это. 3-4. Ну, сейчас дойдем до Перин 75. Перин 75 прикольно, он работает круглый год. Всегда можно прийти, всегда много народу. В основном по вечерам англичане пьют пиво. Вот далековато до него идти. В принципе, других заведений. Есть еще один клуб. В конце, в самом, на площади The Club называется. Туда крайне-крайне редко, буквально два раза был за 6 лет. Там в основном болгары, болгарская музыка. Также после часа включают чалгу. Ну, не очень интересно, в общем, да. В моем рейтинге его нет. Вот. Поэтому Flash, Перин 75, Эйфория. И, ну, собственно, все. Вот в моем рейтинге Банска. Это, пожалуй, все. С вами был Артем. Всем пока. Привет из Банска.